Результаты выборов показывают, что «Единая Россия» сохранила свои позиции. Так, по предварительным данным, Владислав Холых, выдвинутый от партии «Единая Россия», занимает лидирующую позицию. Как сообщает время, на исполняющей обязанности главы Тувы, победа на выборах – это только начало большой работы. Победа на выборах – это не повод для празднования. Тем, кто избран, это начало пути, на котором им каждый день придется оправдывать оказанное доверие. Вопросов еще очень много не решен. Надо контролировать ситуацию, оперативно принимать решения. Поэтому за дело, за работу, дорогие земляки. Более 83% от общего числа зарегистрированных избирателей пришли на выборы. Не только руководители региона, но и отдали голоса за кандидата в Государственную Думу Российской Федерации от партии «Единая Россия». Алдын Казбуян, Чайхан Дунгак, Мирана Иргиттова, 24.